я привезла мотоблок недавно, ну, как раз весной, для того, чтобы спахать участок самим. Ну и вот Саша сейчас пробует спахать. И вроде все лишь так, все получается. Вот такой вот у нас большой участок, в общем. Не знаю, полсотки, сотка, где-то так. Все вроде получается у Саши, ничего сложного нет, было сложнее его собрать. Саша повернул руль в бок, но говорит, ему так удобнее даже. Ну, все, вот Саша спахал, вот так вот получилось, ну, все хорошо, глубина хорошая. Вечером будем сажать картошку. Саша, кстати, сейчас еще будет соседский участок тоже пахать, попросили. Большая часточка, там кустарники. Тепличка. Парничок. Идут грядочки. А вот Саша готовится спахать соседский участок. Работа кипит.
дома дали. Да. Точно, отвечание всегда. Спасибо. А, да, это что сам чай пьет. А есть ли я? Просто я. А там что-то осталось. Я Саша ел тут не ставил. Да, оставалось. Я Саша писал, я искал. Что там даже не ставил? Вы учебник писали? Да, все. Я сказал, что в среду. Ну, все, да, сегодня бы. Да, знали английский, все там. На оценки добавить, скоро. Да, да. А, ты, кстати, вчера заходил к нему? Да. И за сдачу пояса? Да. А доску взял? Нет. Ой, нет. Че, вернули? Да, дали. Че он говорит? Сын у вас, говорит, вредный, поэтому и телефон не работает. Иди помоги, Саш. Он устал. Ты иди попробуй. Все, Саша сейчас уже почти допахал, всем соседям спахал. И мы едем домой, сейчас поедем домой, покушаем, отдохнем и пойдем высаживать.